thing. Вам скажу, ненавижу отдыхать в Турции. Мне не надо, чтобы все было включено. Мне достаточно тишины и просека. Вот. Но большинство российских граждан предпочитают все и сразу. Как вы догадались, в следующем номере я не участвую. Мы рады приветствовать вас в нашем отеле 9 звезд, ультра ол, вообще все инклюзив. Мы знаем все желания наших клиентов наперед, прошу. 9 звезд? Это что у вас там, сколько фашистов утонуло в бассейне, столько и звезд, что ли, вы себе нарисовали, а? Так, заткнись, а не позорь меня уже в первый день. Нам бы наши чемоданы... Их уже отнесли в ваш номер. Полотенца, халаты, тапочки, шампуни и Библию из нашего отеля уже положили в ваши чемоданы. А как у меня же в чемодане... Ваши недоеденные пивчики уже переложили в холодильник. В Африке горы вот такой вышины. Отель 9 звезд, ультра ол, вообще все инклюзив. Мы знаем все желания наших клиентов наперед. Девушка, а вас как зовут? Для вас, Олег, я Альбус Абид Задети Мергалиева. Очень просто запомнить в честь вашей первой учительницы. А для вас, Валентина, я гулящая девка с ресепшена с непрокрашенными корнями. А как вы? Я же говорю, мы знаем все желания наших клиентов наперед. Сосалку можно даже горсть и сразу положить в карман. Кстати, да, ваши шезлонги у бассейна уже заняты вашими полотенцами. Рядом с вами мы расположили двух толстых некрасивых шведок с татуировками, чтобы вы могли их как следует обсудить и обложить матом. Русские находятся через 4 шезлонга, они вас не услышат. Вот это сервис, Валюха! Я добавлю йоксель, можете не стесняться. Ну где ты ходишь? Я тебя уже минуты две жду в твоем номере. Или все-таки, как ты хотел, дождемся, пока твоя кадушка с капустой уснет? Че? Это кто вообще, Олег? Я троюродная сестра из Симферополя. Олег, ты что, вообще оборзел, что ли? Валя, ты что, я вообще не про нее думал. Я вообще думал про всякие экскурсии там, ну, на верблюдах покататься, на горбах там. Знаю, на каких горбах ты хочешь покататься. Прошу прощения, но произошла небольшая накладка. Эту девушку действительно загадал наш гость из 540-го номера. А мы по ошибке его желание на вас перекинули. А ваш муж действительно думал о горбах, поэтому убер-верблюд ждет вас у левого флигеля. Ради бога, простите, я чуть раньше времени вышла, вы же еще не пьяный. До встречи у многомойки на пляже. Ну, видишь, Валюха, я ж говорю только про тебя думаю, ну. Я ж хочу, чтобы у тебя все хорошо было. Это что, мне, Олег? От тебя?
Ну, получается, что да. Валенька, я хочу, чтобы ты отдохнула, котенок. А я прошу прощения, но это желание тоже не ваше, а вот этой прекрасной гости из Голландии. Ich will dein Lächeln, wenn wir uns sehen. Олег, Олег, ты что стоишь? Вижу тебя, жену на глазах отбивают. Так эта женщина, а ну выключили свой этот томный взгляд. Не надо, не надо на нее давить, не надо. На нее 7 кредитов вот таких оформлено, не надо. Ей еще жить да жить, ясно? Все, Валя, все. Никто тебя больше никуда не уводит, все. Я сказал слово кредит, оно международное. Его во всех странах мира понимают, видишь? О чем, может, мы сейчас с тобой это, а? Что я думаю, а? Давай. А можно нам это? Уже, уже. Ваши коктейли, секс и сон на пляже. О, спасибо! А что такое? Дешевый местный алкоголь и много-много колы, чтобы это хоть как-то можно было пить. Это невозможно пить. Нет, просто не лезет вообще. Не идет и все. А что у вас, поди, там можно и еду воровать со шведского стола, да? Специально для этого на выходах у нас стоят сумки-холодильники. Чтобы еда не протухла, пока вы будете прятать ее под кроватью. Да это же рай, а? Хочу жить здесь вечно! Валя, я не понял, что происходит, эй! Да я сама не знаю! Это, видимо, коктейль твой действовать начинает! О чем промелькнула мысль грешным делом? Я живой человек, да? Так, ну пошли отсюда! А? Видишь, как бывает, да? Вобьешь себе в голову, не выкинешь! Ах так? Тогда знаешь что? Подождите, подождите! Мы же у многомойки договаривались встретиться. Ну ладно, могу и тут, я не принципиальная. Так, 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 мы это уже поняли. А тогда мне... Не-н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 е. А можно? Прошу прощения, это желание вашей супруги. Отель 9 звезд, Ультраол, вообще все инклюзив. Мы выполняем все желания наших клиентов. Еще раз прошу меня простить за предоставленные неудобства. Ах так? Тогда знаешь что? Фантазия у вашего мужа так себе. Как, эй, что происходит? Ты что делаешь, придурок, эй? Отель 9 звезд, Ультра Ол, вообще все инклюзив. Желание наших клиентов для нас закон. Извините, а гроб из какого дерева будем заказывать? Так, Валя, стой, все, я понял. Стой, стой, стой. Они хотят нас поссорить, ты поняла? Все, приготовься. Так вы, твари 9-звездочные, а? Вы что, совсем обнаглели, что ли, или что? Вы что творите, а? Вы что тут, а? Говорите, можете любое желание исполнить, да? Сейчас. А как вам вот такое желание, а? Да вы с ума сошли, мужчина! Где мы вам сейчас такое достанем? А, все! Прокололась, не смогла, не справилась. 9 звезд, фуфловая, а не 9 звезд. Отдел спецзаказов? Да-да, будьте добры, за мой счет. Ну что ж, Олег, прошу обратить внимание на центральный вход. Ну, как вы и заказывали, группа «Стрелки»! Чего? Ну? Да какие это «Стрелки»? Это доярки какие-то, ё-моё, а? Я что, «Стрелки» не узнаю, что ли? Они у меня на постере в туалете 15 лет висят. Ну, ну невозможно в 2019 году собрать группу «Стрелки»! Ах, невозможно, да? Тогда возвращайте нам деньги, идите знаете куда? Вот. Куда-куда, я здесь! Друзья, добро пожаловать, все в меня, пойдемте. И вас тоже, пойдемте, за мной, все сюда, за мной.
друзья, есть темы, над которыми нельзя смеяться в женском шоу. Ну, это когда откололся лак от маникюра, который только сегодня сделала. Ну и переход с М-ки на XL-ку. А обо всем остальном шутить можно. Заняли два моих стула. Что? I say, это мое место. Вот два пригласительных с едой и напитками. Черный, бархатный, как на GQ. Женщина, вы в своем уме? Какие пригласительные? Это похороны. Вы crazy? Или вы из Оренбурга? В Москве никто не называет светские мероприятия похоронами или похоронами. У меня всегда были проблемы с ударениями. Сейчас все говорят либо край пати, либо дед-шоу. Сольник Елены Воробеевой в Кроксе, вот это дед-шоу. А перед вами вообще-то человечек, который попал в список 100 самых скорбящих по версии журнала «Ритуал Базар». Простите, я просто первый раз вижу, чтобы с покойничком прям в гуме прощались. В отделе уход за телом. И главное, гроб на подиуме вращается. Видимо, покойничек многих вертел при жизни, раз такая расплата. Вы бы заняли чем-нибудь свой рот, а? Вон сколько риса кругом вареного. Вообще, вы мне мешаете настроиться на скорбь. Я не могу начать давить слезу. А вы представьте, что на вас труселя из Ашана. Слезы прям рекой польются. Что случилось? А ничего, зеваю я так оригинально. Еще со школы всех пугаю. Послушайте, а кто умер-то? Да я не знаю, кто-то известный. Я за билеты в первом ряду только 20 тысяч евро отломила. Это еще что? Говорят, когда умер, цены вообще до... доходили. А чтобы ему в руку визитку положить, вообще... драли. У меня один вопрос. А можно узнать, зачем вы между своими предложениями вот в рассказе мне ухо лижете? Хотя цены действительно просто какие-то космические. Все равно, что не посет на детский день рождения позвать. Вообще непонятно, откуда этот ритуальный прайс. А я в WhatsApp на группу подписана «Люкс Вип Скорб». Там иногда такие интересные предложения. Вот буквально вчера я прям оторвала билеты на похороны Леонардо Ди Каприо. Ну что вы такое говорите? Ты живой он. Это как с авиаперелетами. Чем раньше купишь, тем дешевле. Смотрите, нас Даниил Величко фотографирует. Поза, поза, слезы, уныние, печаль, глубокая скорбь. Неловкий пук. Что? Да не переживайте, я это потом все айкосом закурю. Я же официальный амбассадор орального шептуна в России. Хоть бы для Vogue фотографировал, хоть бы для Vogue. Да вы чего, сейчас глянец вообще не актуален. Сейчас digital case. Что?
Вы что, не видели, какие Ивлеева классные вайны с усопшими снимает? Что за вайны? Ну, последний вайн. Прощальный бумеранг. Слушайте, по-моему, это уже перебор. Вот лично я в своем инстазавещании написала, чтобы мой прах развели где-нибудь в Л.А., да? Я не знаю, над участком Тома Круза. Чтобы он, когда пьяненький до дома идет, чтобы взял и упал на меня. Или там, я не знаю, или, допустим, я бы ему помогла как-то помидоры выращивать, да? Ну, чтобы он учился целоваться. Говорят, на мероприятии будет петь Ольга Бузова вживую. Зачем? У людей и так такое горе! Ой, смотрите, смотрите, премьер-министр! О, Медведев, наверное, пришел покойничку сказать «держитесь». Да нет же, группа премьер-министр. А зачем они здесь? Ну, кому-то же надо гроб нести. Смотрите, понесли. Мужчины, мужчины, подождите! Подождите, ради бога! Подождите, я здесь, подождите! Подождите, а вы кто? Я покойный. Что? Да пробки, пробки. Подождите. Ну, понимаете, смотрите, я как бы умер, а потом вспомнил, что я машину припарковал по 380 рублей в час. А я ведь как бы умер. Как бы навсегда, то есть вообще, понимаете? Потом понимаешь, что какая сумма накапает. Это же кап-кап-кап-кап каждый день, понимаете? Даже мои праправнуки не расплатятся. И вот, я отпросился там, чтобы как бы перепарковаться хотя бы по 60 рублей. Ну, там тоже люди, знаете, такие хорошие. Там тоже номера листочками прикрывают, все нормально. Ну и вот все, я здесь, как бы буду снова умирать. Все, мужчина, убирай. Тихо, 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 тихо. Мужчина, а вы можете вот там передать, что Верхоянцевой Яне здесь все нравится? А Глистовская купила 4 водных мотоцикла для роддома в Мурманске. А можно, мужчина... Знаете что? А давайте вы сами, сами там им все расскажете. Пойдемте, пойдемте, у меня там через чистилище. Пойдемте, пойдемте. Вы часто ездите на гастроли. С чего начинается подготовка? А вы уверены, что это интересно зрителю? Да, конечно, очень интересно. Прекрасно. Сначала мы выбираем номера. В зависимости от города, в который едем. Представляете? Так, значит, Воронеж. Мы там в первый раз показываем проводы проститутки на пенсию. Полины нет. Кого провожаем? Кравченко показывает Махмутову. Естественно. Скулкина Варнава. Похороны на Рублевке. Над, ну камон. Ну кому в Воронеже нужны похороны на Рублевке? Ну, значит, узнаем, какой у них там богатый район и переделы. Богатый район в Воронеже. Ближайший богатый район для них — это тоже Рублевка. Ну, значит, покажем секс в Ашане. С удовольствием. Вот, ну или это, случай в поликлинике. Да, там тоже секс есть. Давайте крошку. Да можно танго вставить. Ну, давайте, давайте. Вам точно интересно? Да-да, очень. После того, как номера уже подобраны, мы отдаем все эти номера нашему звукорежиссеру. И он подбирает под них музыку. Я звукорежиссер Comedy Woman. Я подбираю музыку под концерт. Под каждый концерт подбираю музыку. Продолжаем? Да-да. После того, как номера подобраны, музыка тоже подобрана, мы отдаем все эти номера нашему администратору. Я администратор Comedy Woman. Я собираю реквизит на концерт. На все. И иногда еще выхожу на сцену.
чтобы убрать реквизит. А можешь мою шубу в общий чемодан кинуть, а то в Норильске дубак? Не-не-не, Кать, ты что, смотри, сколько места занимают все эти вещи, некуда пихать уж. Дим, я просто хотела без чемодана полететь. Значит, полети с чемоданом. Дим, ну мы на один день всего летим, давай, пихай шубу. Кать, нет, нет. Вот это вот чё? Дима, там это где-то надо. Это надо, у меня родственники живут в Норильске, я что, с пустыми руками прилечу? Давай, чернак, на, упаковывай. Сань, ты что, шутишь? Жопа? Зачем она нам? Мы в Норильск летим, где этот номер покажу, давай, упаковывай. А можно тогда шубу запихать в жопу, да? А она и форму не потеряет. И это багаж негабаритный, да? Вот, видишь, уже половина, давай. Давай, давай запихивай. Я же говорила, подготовка это неинтересно. Вообще я не люблю гастроли. А вот девочки обожают ездить. Особенно семейные. Готовы куда угодно поехать, лишь бы дома не сидеть. Я обожаю гастроли. Я всегда что-то привожу. Из Владивостока икру, из Норильска оленину, из Нерюнгри ребенка. Ребенка? Ну я каждое лето матери его оставляю. А вы что подумали? Гастроли – это прямо моя отдушина. На поезде люблю ездить. Это когда на самолет проспала. На автобусе хорошо. Ну это когда на самолет проспала и от поезда отстала. Дальнобойщики. Знаете, какие веселые ребята. Фу. Они все наши номера наизусть знают. Постоянно камень радио слушают. И вот по радио идет наш номер, да? Девочки все реплики свои сказали, а я на своих репликах беру и радио громкость убираю и вживую говорю. Все! В голосину прямо покатуха. Лучшая публика. А расскажите какой-нибудь интересный случай с гастролей. О, знаете, какой был самый интересный случай с гастролей? Когда у нас гастролей не было. Год. Было очень интересно. Машка даже целый год цветы продавала. Я хотя бы цветы продавала, а ты на трассе. Маш. Стояла. Маш. Все. Я больше с тобой в одном поле не сяду. Все, ушла. Чем дольше живешь в паре, тем сложнее угадать, о чем мечтает твоя вторая половинка. Вот топ-5 романтических подарков, которые ставят отношения под угрозу. Кружка со знаком зодиака, букет из раков, подушка с лицом, годовой запас носков. И вот этот вот подарок, который вот тот... подарил вот этой. Добрый вечер, здрасте! Мы приветствуем всех, кто нас смотрит в России и во всем мире. Это Comedy Club. Добрый вечер, мы начинаем. Здрасте! Ох, Нина, может переключим этот Comedy Club, а? Все-таки у нас праздник, а? Сначала телевизор с пультом купи, тогда и переключай, праздник у него. Ну что, ты все-таки у нас юбилей свадьбы, 15 лет. Хрустальная, а? Конечно. Ты же свой хрустальный графинчик как раз в год из серванта-то и вытаскиваешь. А ради праздника-то я могу и весь сервиз достать, а? Фу, не порть аппетит. Подарок давай, гони. Сначала ты. Ладно. Курточку с кастрюли снимай. Давай. Ну, интрижка. Что там у нас? И ешь. А подарок? А ты ешь как подарок? Ну, спасибо, что хоть не отвертка. Спасибо. Витька! Че, как я тебя без отвертки-то оставлю? Та-дам! Самая махонька, такой у тебя точно нету. Как раз для твоего тетриса, я проверяла. Ну давай ты удивляй, давай. Че там у тебя, поющая рыба на стену? Слушай, я от ее гогота прямо умираю. Слушай, Нина, в этот раз у меня, наверное, самый романтический подарок за всю нашу 15-летнюю историю. Эх, это ж такая роскошь, даже дарить тебе как-то не хочется. Ты ведь этого совершенно не заслуживаешь. Ну, чё там, не тяни.
Свети всегда, свети везде, моя Нина Жихарева, моя супруга, на вот и освещай путь морякам. Что это? Теперь, Нина Жихарева, вторая, ты летаешь в космосе, а? Поздравляю. Так что это? Да что, ты чего орешь-то? Вот, читай, написано же, международный сертификат выдан Нине Жихаревой в том, что космический объект номер NC-34VAS, как доллар, 118, теперь имеет имя Нина Жихарева. Поздравляю. Ну, давай, благодари мужа. Целуй. Витя. Витька. Ты знаешь, что я думала? Я думала, что ты у меня дебил районного масштаба, представляешь? Оказывается, да ведь нет. Космического. Я тебе, гуманоиду, 1000 раз прямым текстом намекала, что я хочу в шоу Андрея Малахова. Вот он звезда, а это что? Проститутка распечатанная. Что? Что? Да это международный сертификат. Да это бумага действительно во всех странах мира. Ну, как туалетная. Слышь ты, Нина Жихарева, ты можешь хоть раз в жизни нормально принять подарок или нет, а? Тебе ж никто ничего не говорит, что ты мне каждый год отвертки разные даришь, а? Тебе ж никто не говорит, что я знаю, что ты купила этот долбанный набор из 24 отверток, и мне еще 18 лет это терпеть. Тебе ж никто ничего не говорит, так? Послушай, отвертка от слова «отворачивать». То, что можно потрогать, покрутить, покуражиться. А чё? Чё твоя звезда? Ночью сплю, не вижу, днем встала, не видно. Вот ты, тебя бы так, а? А? Давай ты звездой станешь, а? О, ты, а? А как тебе не стыдно, а? Как тебе не стыдно? Это даже не звезда, это астероид. Спасибо. Спасибо. Даже не звезда. Каменюку какую-то он в честь меня назвал. А вдруг это какая-нибудь огромная, гигантская какаха с гонщик псов летит? Откуда ты знаешь, там всякая гадость живет? Да что ты мелешь-то, что ты мелешь-то, а? Ты только вслушайся, астероид Нина Жихарева в поясе астероидов. Ху! Послушай меня, Витя Жихарев, в поясе сейчас будешь переломлен. Я вот прямо искренне надеюсь, что это ты сам напечатал. Ага. 50 000 не хочешь? Ты, Нина Жихарева, это роскошь. Тебе недвижимость подарили, твоим именем назвали, а ты нос воротишь свой. Заворачивай картошку обратно. Тебе еще на ней до конца жизни жить, пока ты 50 000 не вернешь. Вставай, звездобо, пошли деньги возвращать. Стой, стой! Андрюша Малахов раньше времени в эфир вышел. Что-то случилось. Погромче сделай. Всем добрый вечер. Я Андрей Малахов. Это прямой эфир. И у нас экстренная новость. Всего 48 часов осталось всему человечеству, чтобы решить свои вопросы. Потому что на Землю из глубин космоса надвигается гигантский астероид. Как стало известно из официальных источников Роскосмоса, астероид носит имя Нина Жихарева. Планете осталось всего 2 суток, прежде чем Нина Жихарева уничтожит все живое. В эти страшные минуты с нами в студии эксперты по апокалипсису Стас Садальский, певица Азиза и модель и перформер Данила Поляков. Не переключайтесь. Витюша, ошпарь меня кипятком. Давай, давай. Это что это? Я не поняла. Это сейчас Андрюша мое имя произнес? Да мало ли Нин Жихарева в космосе летает. Ну, что сразу ты-то? Дорогие друзья, мы находимся в квартире той, чье имя навсегда будет ассоциироваться с гибелью человечества. Встречайте суперэксклюзив. Межгалактическая убийца и вселенное зло Нина Жихарева. Нина, добрый вечер. Вас сейчас смотрит вся страна. Скажите,
каково чувствовать себя всадницей апокалипсиса. Лучше не скажешь, друзья. Планета в шоке. В шоке пребывает и Нина. Но главное, чтобы нашли ее первую любовь Нины. Тот, кто неистово любил эту веселую девчушку с таким смешным крупным носом и не понимал, что она станет королевой Армагеддона. Встречайте, Алексей Карамельцев! Ну, здравствуй, Нина. Ниночка, здравствуй, Нина. Здравствуй, неизвестный человек. Ты забыла меня, Нина? Нина. А ведь я был от тебя беременен. Как? Как? Вот так, в бок. Как у обычных людей, как? Любил тебя всегда, в любом состоянии, в младенчестве, во взрослой жизни, особенно когда ты была жената. Угу. Чего? Нина, что он там мелет? Друзья, не время сейчас для распри и разборок. Планете осталось всего 40 часов до кромешной тьмы. Давайте признаваться. Я ворую в Икее. Карандашики. Я тоже хочу признаться. Сейчас-то уж все равно. 10 лет назад я убила человека. И он сегодня здесь, друзья. Как? Нет! Да, друзья, причина душевных страданий Нины Жихаревой. Это ее совесть, леденящую душу страх, который сегодня появится здесь, в ее квартире, спустя все это время. Встречайте, Митя Минеев! Нинка, Ниночка моя, крошка моя, вот я, жив-живеханек, стою перед тобой, вот весь в цветах. Понимаешь, если бы не конец света и участие в программе у Андрея Малахова, мы бы никогда с тобой не увиделись. Думала ли в тот момент Нина Жихарева, убийца всего живого? Так, что мне подсказывают, что астероид, друзья, отклонился от цели. И сейчас планете ничего не угрожает, друзья. Извините, мы заканчиваем с вами. Мне подсказали, что только что под Липецком родились сиамские близнецы с волосами Дмитрия Маликова. Мы спешим туда, друзья. Нет! Да, я, Андрюша, куда ты? Андрей, я под боярышником переспала с барышниковым. Я по гороскопу дракон. Мне одной нравится клип Николая Баскова. Дорогая моя, у нас программа не про фриков. У нас истории, которые мы рассказываем про реальных людей, про реальную жизнь. Ниночка, держись. Береги себя. Пока. Да. Держи. Ну как так можно? Все опозорило. Андрюша, куда ты? Я и есть жизнь. Сейчас на этой сцене будет убийственно смешной номер по мотивам детектива Агаты Кристи. Итак, убийство в Дальневосточном экспрессе. Уважаемые дамы, я как начальник поезда хочу сообщить прискорбную новость. Прошел всего час, как наш поезд тронулся, а у нас уже труп. Вот вам и женский вагон. Я как чувствовала. Я тоже чувствовала. А я не чувствовала, у меня нос заложен. Так, дамы, я прошу тишины и оставаться всем на своих местах. Мы ждем сыщика. А пока вы каждая под подозрением.
нечего цыкать! Я не могу, у меня пахлава к небу прилипла. Как плохо выглядит женщина. Наверное, она едет в Белгород. Дамы, меня зовут Эйгюль Пуарян. А, это как Эркюль Пуаро? Нет, это как Эйгюль Пуарян. И я здесь, потому что в этом экспрессе произошло убийство. Извините, вообще-то правильно говорить эспрессо. Правильно говорить «заткнись». Но самое ужасное, что труп находится среди нас. Матерь Божья! Юксель-моксель! Ужасно! Она просто ужасно одета. Наверное, тоже ехала в Белгород. Уважаемая сыщица, а с чего вы решили, что произошло убийство? Мне кажется, что она умерла естественным путем. Бред! Каким именно? Закусила собственным же языком. Потому что здесь за обычный весенний салатик берут как за необычный. Можно мне стакан воды? 7000. 7000 за стакан воды! Убийца! У меня прям тромб пошел, я прям чувствую! Господи! Послушайте, покиньте вагон. Вы реально убиваете своими ценами. Итак, а в этом вагоне произошло страшное убийство. Я начинаю расследование. И поверьте моему опыту, я найду убийцу. А вообще, почему вы тут командуете? Вы что, староста? Главное, по подъезду. Председатель приемной комиссии. Вы вообще снимите эту шляпу. Сколько раз вам повторять, это не шляпа. Вообще, я первый раз сказала. А одежда у вас хотя бы своя, или это тоже само выросло? Женщины, убили человека, не убивайте мое игривое настроение. Да что ты тут с ними трешь, мнешь? Вот увидишь, убийцей она окажется. Господи, послушайте, сыщик волосатик. Я у нее просто копченого леща еще на платформе не купила. Вот она до сих пор за мной едет, злится. Так, слушайте, мне все это надоело, я пошла к себе. Тем более, что у меня железное алиби. Так, подождите, подождите. А где вы были? 6 до 7? Я была в туалете. Вот, а она купила копченого леща. Почему же? Я была с мужчиной. Это был ваш муж? Нет, он просто забыл закрыть дверь. А где он? Он может это подтвердить? Ну, подождите, над этим мужчине как-то восстановиться. Кстати, в туалет я так и не сходила. Так сходите, когда найдем убийцу. Умоляю, давайте побыстрее. Ну что ж, проверим эту ниточку. Где вы были с 6 до 7? Я училась в 1-м классе. 6 до 7 часов! Я читала. Что ты читала? Книгу. Покажи книгу. Блин. Ладно, я не читала книгу. Почему ты пытаешься мне соврать? Да я не знаю, вы как моя мать, у меня рефлекс. Успокойся, твоя мать далеко. Просто скажи мне правду. Да как это далеко? Вот же она. Ну вот, вы теперь вдвоем на меня давите. Ладно. С 6 до 7 я просто сидела и смотрела на часы. Ну что ж ты, мать-то, позоришь, а? Лучше бы ты книгу читала.
То есть вы утверждаете, что с 6 до 7 вы тупо смотрели на часы? Ну да. Я просто съела таблетку и ждала эффект. И? И я прям кайфанула от этих часов. А почему вы постоянно молчите? Где вы были? 6 до 7? 6:00. Я вошла в вагон вместе с мужем. 6:01. Я взяла у проводницы белье. 6:53. Я прекратила ругаться с проводницей, потому что она дала мне влажное белье. Я терпеть не могу влажность. Вы сказали, что вы вошли в поезд с мужем. Где он? Он отошел в туалет. А кто может это подтвердить? Ну, видимо, я. Так, а что с бельем? Высушила! Но оно оказалось не постельное! Спасибо, моя хорошая, высушила, да, я их везде ищу. Ну что ж, с бельем разобрались. То есть, получается, вы все это время были без белья? Доказать? Нет, у вас железное алиби. Не надо, вы вне подозрений. О, это получается, что я всегда вне подозрений? А вот вас... Я как раз больше всех подозреваю. Вы с ума сошли? Да я даже мухи не обижу. У меня вон, кстати, с собой они. Хотите, покажу? М? 5 живых мух. М? Летите, мои хорошие. Летите и будьте счастливы, каждая по-своему. Ой, все на нее сели. Улетайте, улетайте, мои бедняжки. Охренки, а не квартира, на, выкуси. Извините, сыночек любимый приснился козел. Подождите, а кого убили-то? Я думала, она труп. Это хоть как-то оправдывало этот ужасный запах. А так просто вонище получается. Ну что ж, преступление раскрыто, убийца найден. Спасибо. Неплохо, неплохо, да. Спасибо большое. Подождите, но я слышала крик. Мужской? Каюсь, виновна. Пойду проверю, может быть, ваш муж уже восстановился? А ну стоять, санузница любви! А вот сейчас здесь произойдет настоящее убийство, а вы меня рассекретите. А зачем вы сказали? Я бы сама догадалась. Ну что вы за люди такие? Ну, я хотя бы спрячусь, чтоб не видеть. Подождите, женщина. А, женщина, мы же здравые люди. Ну то, что ваша мать, сделайте что-нибудь. Прекратите, это просто поезд. Помогите мне! Женщина! Ну что ж ты, милочка, купила у меня 3-недельного леща? Еще и чай в пирамидках заказала. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Поаплодируйте всем этим смешным, удивительным, самым лучшим в мире девушкам. Все вместе и каждый в отдельности. Сегодня пытались поднять вам настроение. Наденька. Мария Кравченко. Екатерина Варнава, Надежда Ангарская, Марина Федоровна.
потом не стыдно. Камеди Вумен, берегите жизнь.